В Каире неизвестные застрелили руководителя технического отдела Министерства внутренних дел Египта. Мужчины в масках открыли огонь, когда генерал Мухаммед Саид выходил из своего дома. По данным следствия, нападавших было двое. Они подъехали к месту жительства чиновника на мотоцикле. Генерал получил огнестрельное ранение в шею и скончался до приезда скорой помощи. Со слов свидетелей составлены портреты убийц. В МВД уверены, что за атакой стоят боевики группировки «Ансар Бейт Аль-Макдис».